Доширачим мы сегодня шикарненько. У нас вот такой пакет, вот такой вот он, боком, такой же почти толстый, как фронтом. Вторую нужно запаривать кипятком, но она какая-то тоже, видите, толстая, непонятная и, возможно, вкусная. Всем привет! Канал Прокшев Ест, бывший завали едальник. Еще раз напомню, на всякий случай, вдруг вы забыли. И сегодня, еще раз напомню, на всякий случай, вдруг вы забыли, суббота, а поэтому у нас рубрика про лапшу, которая называется «Подоширачим». И доширачим мы сегодня шикарненько. У нас вот такой пакет, вот такой вот он, боком, такой же почти толстый, как фронтом. Короче, там прям не сушеная, а обычная какая-то лапша, которую нужно варить. И вот креветки какие-то нарисованы. А вторая тоже, вторую нужно запаривать кипятком, но она какая-то тоже, видите, толстая, непонятная. И, короче, возможно, вкусная. Обе лапши из Китая сегодня к нам приехали. Ой, слюна аж побежала. Хочется есть. Давайте откроем и посмотрим, что вот в этой, допустим, лапше. А в этой лапше у нас тонкая рисовая лапша. Пакет с чем-то сыпучим и, возможно, хрустящим. И два абсолютно на вид одинаковых пакета с соусами. Хотя нет, тут вот нарисована чашка, из которой стекает что-то. А тут вот кувшинчик. Не, это разные соусы. Давайте все это заварим. Что же делать-то? Если уж взялись заваривать, то надо заварить. Кладем это сюда. Берем соус. Пахнет это мясной бульон, судя по запаху. Это вот то, что чашка, из которой стекает. А это кувшинчик, из которого капает. Пахнет как-то странно, как бы запах как будто бы мне незнакомый. Что-то среднее по запаху между томатной пастой и соевым соусом. Может быть, это томатная паста с соевым соусом, не исключено. И пакетик загадочный. А, тут горох. Явно мы его сейчас будем заваривать, потому что посыпать горохом потом явно не стоит. Все, мы вот это все делаем, кипяточку сверху льем. Чайник, если что, только что закипел. Пока это убираем в сторонку, я потом накрою блюдечком, не переживайте. Вот я сейчас покажу второй пакетик и пойду варить, а это накрою блюдечком. Что же у нас в этом огромном... Все на самом деле гораздо проще. Тут три порции. Раз. Два. И три. Именно поэтому он такой здоровый. Все просто. Три порции лапши и, видимо, тройной набор пакетов. Да, ой. Спасибо большое, блин, и какой... Так, вот этот с каким-то порошком, а вот этот с чем-то твердым. И я так полагаю, что да. Ой, я-то думал, что будет какое-то огромное количество приправ здесь и пакетов, но оказалось все намного проще. Это мне на потом получается. А это сейчас пойдем к плите варить. Вот тут все просто у нас.
У нас есть пакет с уже вареной лапшой, которую просто нужно положить в костру. И два пакетика со специями. Это горох какой-то. И, видимо, суповая основа. Пахнет креветками, что, наверное, хорошо. Все, поварим 5 минут и будем есть. Вот такую красоту мы сварили в итоге. С Русланом сошлись на том, что пахнет копченой рыбой. Да, именно копченой, именно рыбой. Такая вот толстая лапша у нас, красивая. Так ничего. Лапша хорошая, вкусная, качественная, толстая. Во вкусе действительно на чуть-чуть острая. Тут такая копченая водоросли чувствуется. Копчение и рыбный вкус. Такой рыбный суп с лапшой. И водорослями комбо вот очень сильно чувствуется. Если вы ели когда-нибудь какое-нибудь японское блюдо, которое на бульоне комбо сделано, это водоросли и сушеный тунец. Стружка сушеная. Ой, не тунец, по-моему, макрель. Я не помню. Вот забыл. То вот это именно оно. Ну, это прикольный вкусный суп. Абсолютно, как бы, я думаю, что он не будет противен тем, кто не очень любит, признает азиатчину. Вкус вполне себе, ну, как по-хорошему обычный, без всяких экстремальных каких-то наворотов. Типа невероятной остроты, незнакомых специй. Все более-менее в рамках знакомого и допустимого. И вторая лапша. Я думаю, что от второй лапши такой любезности ожидать не стоит. И я не думаю, что она будет прямо европейского вкуса, потому что вот я уже сейчас чувствую запах, что она нифига не европейского вкуса. Это такая китайская классика. Вот две трети китайских лапшей, они по вкусу вот такие. Острые, немного горьковатые от сычуаньского перца. Не имеет рот от них. Такие, знаете, на первом плане именно специи. Не говядина там какая-то, не курица, не рыба, а именно вот вкус китайских специй. Я не большой фанат такой лапши, но, опять-таки, если вы в курсе, о чем я говорю, если вам нравится вот этот традиционный китайский вкус, то
то это ваше блюдо. О. Это остро, но так, опять-таки, не без фанатизма остро, но чувствительно. Рот сейчас так нагрелся у меня явственно, но не скажу, что мне хочется сразу запить там чем-то, либо поесть мороженого, чтобы сбить остроту. Нет, вполне себе в допустимых пределах остро. Вот такие две лапши. Вот эту лапшу я рад, что у меня их аж три пакетика. С удовольствием себе еще сварю и поем. Вот эту лапшу, пожалуй, больше брать не буду, потому что ничего особо интересного тут нет. А я китайские, традиционно китайскую лапшу не особо. Вот, подписывайтесь. Я забыл бустеров. Я забыл бустеров, ребята. Извините, извините меня, извини меня. Дед, извини меня, Юлия Соколова, извини меня, Архман, извини меня, Павел Петров, извини меня, Антон Мангилев, извини меня, Владислав Александрович, и извини меня, Женя Маменко. Вот перед этими людьми я извиняюсь, а если хотите, чтобы если я о вас почаще вспоминал, то становитесь тоже моими бустерами, и будет вам упоминание в ролике, как минимум. Все, всех люблю, кроме некоторых, пока!